паузы как-то так очень нервно быстро взяли за свой iPad, пообещали посчитать, сколько точно денег вы... Не посчитать, а посмотреть. Посмотреть, передали Игорю Додону. Посчитали? Посмотрели? Во-первых, ошибся. Давал мне по 60 тысяч долларов в месяц, а по 40 и всего 240 тысяч долларов за полгода. По 40 тысяч долларов в месяц. Это 2012 год. Да. И нет, эти деньги... Нет, это 2013, Наташа. Это 2013 год. И значит, эти деньги не декларировались партии социалистов? А? И эти деньги не декларировались партии социалистов? Наташ, ну вы задаете мне вопросы, что главбух партии я очередной дурак, который верил в сказки Додона, как бы кто-то ему там на консервные заводы тут давал и так далее. Я это не буду, послушайте, чтобы они были здоровы. Все они в свое время мной пользовались и признаю открыто, я говорил там и про Урикяна. То есть я помогал всем, потому что они приходили и говорили о людях, о стране, о патриотизме. Давал где-то полгода, пока мне не позвонили руководители районной организации, секретари, что они не получают зарплату по 3-4 месяца. Я позвонил Додону, он тогда отдыхал в Виталии. Я ему говорю, слушай, ты сидишь в пятизвездочном отеле, Виталий, куда уходят деньги, которые дают? Ты же сказал, закрываем там районы, организации. Там. Он мне тогда еще предлагал место в списке первой десятки. Какой год это был? А? Какой год это был? Это было после их выхода из ПКРМ, когда они готовили очередной референдум по отставке Киртуаки. И я ему еще показал заключение юристов. Говорю, слушай, что ты устраиваешь эти танцы, когда вы юридически его не можете просто снять как бы с должности мэра. На это я тоже там что-то тогда давал. Это, по-моему, это 12-й год. Да, это... Нет, я вам скажу, когда. Это 13-й год, Наталья, где-то с ранней весны, вот до сентября, потому что как раз в лайве уже здесь же перед банем я вышел и тогда как бы наехал жестко на Додона за те деньги, что он брал за Тимофея. А эти деньги были задекларированы партией социалистов? Наташа, ну вы задаете такие смешные вопросы. Кто из них когда что-либо декларировал? Они же все живут на деньги, им всем помогают родители, понимаете?